Дита Парло, франко-немецкая актриса. Ее самые известные картины – мелодрама «Аталанта» и военная драма «Великая иллюзия». Грета Герда Корнштадт родилась 4 сентября 1906 года в Польше. Будущая актриса обучилась актерскому мастерству в школе драматического искусства при киностудии. В 1928 году, взяв псевдоним Дита Парло, дебютировала в кино в немецком фильме «Возвращение на родину». На протяжении 30-х годов достаточно успешно снималась в немецком и французском кино. Дита пыталась построить карьеру в Голливуде, но, появившись в нескольких американских фильмах, не снискала успеха и вернулась во Францию. Планировалось, что она примет участие в картине Орсона Уэллса по роману Джозефа Конрада «Сердце тьмы», но этот проект не был реализован. После начала Второй мировой войны актриса была принудительно выслана в Германию. Вернувшись во Францию, была в 1944-1946 годах интернирована как подданная страны противника в лагере Дранси в Пуатье. Позднее она появилась на киноэкране всего два раза. В фильме «Правосудие свершилось» 1950 года и в роли старой графини в ленте «Пиковая дама» 1965 года. Скончалась 13 декабря 1971 года в Париже.